Кен Брокман рассказывает о новом бургере от Красти, который приготовлен из коров каннибалов. Несмотря на это безумие, всем кажется, не терпится съесть новый бургер. Кен, который является первым человеком, откусивший кусочек нового бургера шутку назад, это преступление против природы. К несчастью для него, бургер этот оказался не тем, чем кажется, и через несколько секунд он превращается в бледного сероглазого зомби, известного как Живун. Он кусает Красти, который тоже становится Живуном. Когда Кен кусает Джереми, он также заражается вирусом и превращается в другого Живуна. У него чрезвычайно бледная кожа, серые глаза с темными красными кровоподтеками внизу каждого глаза и постоянно выделяется инфекционная слюна. А в течение 28 дней вирус полностью поразил Спрингфилд, все его жители погибли или были заражены. Мо, однако, попадает в плен к Живунам, но не оказывает никакого видимого сопротивления, по-видимому, что ему нечего терять. И вместо этого советует им вымыть его перед едой, они это ценят. Симпсоны полностью заколотили свой дом и отказываются кого-либо впускать, даже дедушку. Барт жалуется, что нечего есть, а фрукты он не хочет. Но глядя в подзорную трубу, он увидел бургер. Тайком выйдя из дома, берет бургер и съедает его. К счастью, он не был превращен, хотя это озадачило его родителей. Гомер использует голову Барта для набора кнопок на телефоне и звонит доктору Хиберту, который в его кабинете осаждают зомби. Отбиваясь от них с помощью различного медицинского оборудования, Хиберт говорит, что возможно у Барта иммунитет к вирусу, и призывает Симпсонов отправиться в безопасную зону. И в конце концов, будучи укушенным, просит сказать его жене, что он ее любит. Когда семья пытается улизнуть из дома к своей машине, которая необъяснимым образом остается невредимой, когда все остальное разрушено, чтобы отвезти Барта в безопасную зону, Гомер громко восклицает от облегчения, что выбрался из дома, привлекая внимание всего населения Спрингфилда. Гомер пытается удержать входную дверь, закрытой, но она рушится под натиском. Убегая через гостиную, Гомер кричит, когда по дымоходу спускаются зомби. Семья вынуждена идти в обход кухни, когда зомби Рот и Тот выходят через собачью дверь, едва увернувшись от дедушки, когда он вырывается в окно. В конце концов, Вульф Кастл убивает зомби, блокирующих дверь, и говорит «Пойдем со мной, если хочешь жить», но на него сразу же нападает толпа. В этот момент Апу, который не заражен, будучи продавцом в магазине, он запасся оружием, приезжает на бронированном внедорожнике, увозя семью из Спрингфилда. По дороге в безопасную зону Хелен нападает на машину. И хотя поначалу Марш сопротивлялась, потому что Хелен крестная мать Лизы, Марш смягчается и стреляет в нее из машины. Однако внедорожник застревает в куче хлама на городской свалке. Апу отправляет автомобиль в путь, сталкивая его с кучей. К сожалению, внедорожник уезжает, оставляя его погибать. Когда во внедорожнике заканчивается топливо, Симпсоны вынуждены пройти остаток пути до безопасной зоны пешком. Под присмотром Гомера. На полпути они замечают зомби мистера Бёрнса и Смитерса, лежащих без сознания у дороги. Гомер пользуется возможностью поиздеваться над Бёрнсом, который неожиданно возвращается к жизни и кусает Гомера за руку, заражая его. Когда Гомер возвращается к семье, все они замечают его перемены. Затем Барт вырывает ружье у него из рук и угрожает его убить. Но Марш забирает ружье себе и указывает, что его можно вылечить, так как только он окажется в безопасной зоне. Поскольку Гомер, по-видимому, способен сдерживать свое желание убивать, они добираются до безопасной зоны, где солдат говорит, что им нужно съесть Барта, чтобы получить его иммунитет. Не желая жертвовать своим сыном, Марш выступает за альтернативу. Некоторое время спустя Лиза рассказывает, что мир вернулся к нормальной жизни, поскольку выжившие приобрели иммунитет к чуме, а выжившие зомби были излечены, съев суп с антителами Барта. Это стало возможным благодаря помещению его в кастрюлю для приготовления пищи. В это время, как Барт плавает в кастрюле, зараженным остается только Гомер, но он заперт в клетке и отказывается есть пищу, в которую купался его сын. Подпишитесь, пожалуйста, на канал и не забудьте поставить лайк. И заходите к нам на канал. У нас много чего интересного. Ждем вас в гости.